короче, наверх по перешейку и минут 10, может, 15. Ну, прям я бы не спускал, много едем по прямому, а... Сейчас поднимется, и она уже и начнется. Мы не помешаем, сейчас уедем. Что, погнали, погнали? Что, едем дальше?
звонок сделаю, блин, звонит прораб. Что мы сейчас куда-нибудь в своей деревне. А то мы сейчас куда-нибудь нырнем. Ну вот это ж Михайловская, да? Вот это Михайловская, да. Вон Гачук, наша цель. Вот перешеек. Видишь, вот перешеек вот этот. Вот мы там спустимся с Гачука и должны выйти снизу перешейка. Я помню, что мы вот тут вот с Валерой где-то нырнули вот сюда. Вот, и туда поехали, на Просковиевку. А, да, вот по вот этому хребту. Да. А мы сейчас бахнем туда, вот на кучу на эту, на гору, кучу. Извини, гора, что я тебя кучей назвал. А, не помню, не, это вот до сюда. Ну, мы сбоку сейчас на нее зашли, а мы на нее обычно раньше заходили. И по хребту. По хребтам, да, там можно, да. Такая скалка такая неприятная, я помню. Море. Да, помню, видно, такое выехали. А облака, она же высокая, Михайлов. Да, там что-то под 900. А облака, так, чуть ниже. И мы стоим, ну, в этой. На 760. А, 760? 905. Вот она, тепловка. А, это этот, на, я... На шаров вот туда правее. Шары, короче, я понял, а с чем вот я облегло. Пью. Облегло, кажется, вот, вот с этого. Зеленая, которая? Да, вот. Ага. Смотри, как орел висит, парит. Ух ты, кайф. Как на параплане. А с Хачука, да, блин. Ой, с это, с хаба смотришь на облегло. Такое ощущение, что облегло выше, хотя облегло 600 метров. Да, сейчас вид красивый отсюда. Тени, скалы. Я вот на всех этих скалах буду. Вроде высоко, блин, связи-то. А вот это, по-моему, это что гора называется? Кинокосная. Вот, да? Это, вот это, да. А мы уходили, где гора? Средняя или как она называется? Согласная. Согласие. Согласие, да, согласие. Вон та. Вот она идет так, почти наверх. Нет, вон тот перешеек, мы вон потом ехали. Вон. Нет, нет, нет. Да. Вот смотри, раз, два, три, вот эти кучки, первые которые. Вот мы по ним ехали. Нет. Да. Ну а как мы сюда-то попадали тогда? Мы сюда не попадали. Мы попадали сюда. Вот, видишь, вон дальше, вон тот хребет. Серёж, привет. Вот прямо. Вот шишечка треугольная. Так. Вот за этой горой, хотел, там ущелье. Потому что я не... Мы вот там шли, вот там, а потом вот та гора за той вот так соединялась. И мы потом выскакивали вот на вот эту шишку. И уходили потом сюда. А, ну может она вот так развернута. Да. Та вот так, смотри. Это вот так стоит, а та вот так. А, ага, наверное, да. Ладно, поехали. Да. Жень, ты как? Нормально, все хорошо? Даже еще не спустил. А тебя масло летит с мотоцикла, просто жесть. Я тогда тот раз натирал.
Вот, а выскочим потом отсюда. Thank you.
Ого! Не, все нормально? А, ага, хорошо. Такой неприятный тут спуск. Лучше руками прокатить, если... Не видно нихуя. Ау! Так там есть этот заезд. Там спуск. Не-не, там есть горка сделана. Перебор железа? Да, да. Мы ее поднимаемся. Кто мы? С Женькой. Блять. А остальные чё-то?
Да, да, мы по бугарчику, по этому до низа спускаемся. Я помню, ну это просто в траве. В траве не видно нифига, блядь. Ёпты. Жень, там переедешь или помогать надо? Да, да, тут такой он блядский, сука, пиздец. О, что, Женька проехала? Фига, вот дает. Да, у нее прям это. Все хорошо, да? Как ее? Технический рост просто не по дням, а по часам. Я помню, что на обычное самое. Ну тут вроде как уже можно. Я уже дома балансир почти собрал. Блядь.
Да я ссу, и не видно ничего, землю. Хорош ты, бля. Уже землю видно, наконец-таки. Андрюх, связь появилась, слышу, да? Да-да! Да, такое вот эндуро.
Ну что, кто желает, прыгает, кто не желает, объезжает. Прыгай где? Вот. Ох, нихуя себе. Да. Оно скользкое. Здесь идти руль сломаешь, далеко тащить. Поэтому объедем. Согласен. Синие на спуск пошли в этом году. А нам надо сейчас чуть туда проехать, и пойдет подъем наверх. А там есть эти дороги? Да, да. Ну, по идее. А? По идее, да. По идее или да? Ну, блять, хуй знает, сейчас посмотрим. Я был тут один раз, все, поэтому я могу чуть-чуть. Не-не, эти ленты вниз, Жень, идут. Жень, эти ленты вниз идут, видимо, по каменному ручью. Ну помнишь, мы отсюда как-то на поляну выехали? Вот сюда на поляну поехали, поэтому. А это вниз на каменный ручей, наверное, ленты в этом году. Они же зигзагом ехали. Ну, ты идешь. Все, все, поехали. Ну не ехали, разметили. Ну да, да, куда-то туда нам и надо. Вот она.
лента. Оу! Нам наверх, Андрюх! Ёпсон, я его уже, блядь, маленечко прихватил сиденье булками. И вот нам вот так вот огородами, и туда надо попасть. Вот так, туда, и поехали. Короче, рубил его. Женщина, ну ты как? Ну ты этими зигзагами давай. Я помню, мы спускались, тогда она чуть правее была, такая прям тропинка, но сейчас ее хер найдешь. Ну тут искать надо, я-то, наверное, вот туда дерну сейчас. Ну вот там тропа, синими лентами сейчас где-то. А? Там синими лентами все. А, там вот это наверх подъем должен быть. Он по лентам едет? Они могут просто вниз еще вести ленты. Скорее всего, они снизу вверх ведут. Ну... Надо, короче, на тот край тогда вылезти сейчас. Вот так вот, по зигзагу. Женьч, короче, ты развлекаешься, да? Все, задача наверх попасть. Мы тебе не мешаем. Нашел. Смотри, смотри. Thank you.
Есть. Нихуя. Женька победила. Горку. Аня! Да иди ты нахер! Чего? Продолжаем, все заехали. Я что, так и поехали, что ли? Ух ты! А, ну да, ну да. Вниз, правее! Ну, туда, да! Или что, по золоту хотите? Ну налево жесть, а прямо более-менее. О, а налево еще есть, смотри, интересно там тоже, наверное. Налево чуть позже поедем, сейчас нам вот эта тропина надоест. А? А? Не-не, есть, все нормально. А? Да, да, давай, давай.
Да, да, сейчас побежал бы вниз. О, ты что, прикинь, тут мы на самом верху. Может, серебро в следующем году? Ну его. Серебро в следующем году? Конечно. Что, как Баранова хочешь? Не, не хочу. Ну тогда без стадиона. Без стадиона? Да. А чё, регайся в золото сразу, чё ты? А, ну да, надо же перепрыгнуть. Ну да, надо же выебнуться. Тело. Жень, что ты? Тихо, тихо, сейчас помогу, погоди. Нормально? Поднимешься? Ага.
Блять. Ага, я вижу, вижу. Так, есть. Перейти на другую сторону, да-да, во-во, молодец. А? Блять, роботы, ёптать. Да не, нормально, чё. Мы слышали. А? Вот-вот, блин.
блядь. А? Вот так пройдет. Вот здесь потом назад переходить. А вот тут только до дерева доедешь и сразу переходи по железному А? Просто очень неудобно. Чего не сможешь? Положи его на бок и стащи. Тихо. Аккуратненько, Женечка, аккуратненько лови его. Говорю, может, поможешь? Да, блядь, я как тебе помогу-то? Я тоже мотик держу, между прочим, так-то. Вниз. Перегрелся. Тормозите вас самый.
Ау! Нет! Что, Жень? Я знаю, я поэтому вас всех предупреждал, что будет весело. Стой, 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 давай, помогу сейчас. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Держишь? Тормоз держишь? Держу. Ты прошла, нет? Я прошла, но мне надо чуть-чуть нагнуть, я его наклонил. Ох, нихуя! Вот я тебе говорю. Хуя там какие-то аттракционы. Блять, а чё ж там у золота-то, а? А? Так, что надо по гельчику, пацаны, хотите? А туда что? Давай проедем, посмотрим. Пройди пешком лучше, чем я. Ух ты! Фу. Фу.
подожди. Ух ты, какой хитрый. И морду теперь, что ли? Макс, я тебе не нужен, походу. Но. Ой-ой-ой, здесь, сука. Дерево. Да пиздец. Руль-то широкий. Блин. Блин. Да, да. Проводил с правой стороны, становился. Потому что не получается. Толкнуться ты имеешь? Ну давай попробуем. А-а-а. Ну да, я прокатил вот сюда, понял? Чтобы... Там чё? Да, у меня выше корня. Тебя отсюда на подходе, как я буду. Вот сюда за мной хватит. Красавчик. Блин, ну ноги видишь. Вот я вот так вот тут. Вот. Не, ну, я по-любому налево завалю. Мне только на одной ноге. Чтоб я мог. Слушай, ну там впереди нас весело. Я помню это, я тут один раз был. Это когда у Валерки Олейникова вот тут стартер, прикинь, накрылся. Прикинь, не аккумулятор поменять, ничего. И мы вот тут вот колесо к колесо вот там вот в ручье ставили, понял? Проверяли вот. А, заводили? Да, завели. Правда, мастырить надо было прям твердое основание для одного и для другого. Это не ваши камушки там стоят до сих пор? Выше? Не, вот тут. Камушки стоят. Может быть. Но зимой, скорее всего, их смыло. Это было осенью. Не сы, а она, Жень, с виду только такая. А, вон. А мы думали, это камни желаний там выстраивают. А это ваш. Это был один мотоцикл мой сюда. Мы взяли его туда. Это мы заводили. Вот сюда, Жень! Жень! Давай-давай-давай, еще чуть-чуть. Тихо-тихо, погоди-погоди. Заглуши. Выжимай передний. Ага. Все вроде нормально? Да, ну по сухому я его сам заезжал. Да. А это нет, а не ну нету. Подожди. Может, давай я его еще повыше подниму? Оп. Вот он тут, правда, помню, тоже обводил это. Давай. Я, если что, тебя толкну туда, не бойся. Обойти. И либо ты прокати, чтобы она не обходила лишний раз. Давай. Вот так, чтобы дерево, руль за деревом оказался. Жень, садись. Не, рано их там еще садится. Подожди, 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 дай я зачем толкать, сейчас я помогу колесом. Блять, я падаю тут нахуй. Парни, парни, погоди ты, ну не толкай же ты, погоди. Все, дальше ты сама. Дальше сама. Она про.
просто если этот вот с этого камня не тронется. Не-не, тронется, тронется. Не, я имею в виду с него. Я ж тронулся, ну. Не, так ты раньше, вот оттуда. Дальше до палки катаем. Не-не, вот оттуда пусть садится, все. Не, вот на этом корне, где она стоит, вот у тебя. Она сейчас катится немного ниже. Вот, ну вот, у нее там 20 сантиметров запаса есть. И все, и оттуда просто ход. Палку вот эту сейчас я уберу. Какую? Не уберу. А вот это корень. Не уберу. А, это корень? Корень, я пробовал. Ты уже второй кто спрашиваешь. А какая? Ну, надо прямо туда, бу-бу-бу, ну ход надо тебе прямо отсюда, плавно так. Плавно? И дальше, да, дать. Давай я тебя, Жень, вот здесь подстрахую. Да, и чтоб ты не упала никуда, я тебя... Я смотрю, тут может что-то интересное можно найти. Тут много, я уже здесь ключ нашел. Ну, на ноги я должен. Да, правую ногу на подножку. Правую на подножку? Ну, можешь левую. Левую. Я здесь чуть передвину. Опа. Давай. Стой, 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 погоди, блять, я падаю нахуй. Опа. Давай дальше прокатывай. Либо не то, что у меня в голове. Чё? Ну там просто у меня одно всплывает, там просто там по-сухому просто было шедеврально выезжать. Надеюсь, что это не он, да. Оно будет оно. Вот так виляет, да, и волнами. Страхуйте меня там, если чё. Мне надо было там раньше колесо, пить на передний. А пока правое стоит.
Еще вперед проехать? Тебе надо было тогда, когда ехать, вот сюда колесом биться. Да я что-то зассал, блядь. Может, да, ну все, давай. Теперь жопу. Жопу заноси, я держу. Давай, раз, еще. Бля, ты что? Зацепила. Подожди. Мне морду надо чуть-чуть выше. Что-то ты в борьбозал не ходишь, походу, да? Борьбозал не... Я не хожу, блядь. Вот теперь чуть вперед протяни. Только без буксов. Ты прям на краю камня стоишь. Хорошо было, но не произошло чудо. Стой, 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 стой. Морду, жопу донеси, отстань. Поднеси жопу еще, канавочку прям. Давай. Ты что, еще? Все, 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 все. Все, да. Давай. Либо перехватим. Ну, не надо, надо. Держу дешево, но не долго. Давай, я здесь ножку поставлю, но поперёк. Подожди, подожди. Ай, блядь, залезу, что на нее. Вот оно. Тут получается китаец лучше сработал, чем. Тут не китаец лучше сработал, а водитель китайца. Тихо, тихо. Водителю китайца никудышный. Чтоб отсюда хода взять, как мы. Жопу назад. Да не, нормально, все, вот, разум есть. Еще чуть-чуть, парни. Надо жопу поднять теперь. Не, не надо никуда поднимать. Надо. Все отлично. Или перед, или жопу. Вот перед лучше. Ну, перед. И жопу вот там вот. Чик. О. Да, какой он любит, а? Мама, Саня. Ну вот ты оставишь. Это. Я дерево сломал, да. Я видел, ты вообще богатырь. Прикинь. Поправил. Отжался. Отжался, Саня. Блять! Мне только Софьяна в голову не дай, что так. С руля не сорвалась. Потом мне так зубы один раз лишился. Сейчас, через... Давай, здесь еще интереснее. Там, весь, там все время идет. Я доехал, там через метров 30, вот такой каменный, каменная гряда тоже веселая. Да. Ты здесь-то, я думаю, проеду. Думаешь? Здесь, да.
Здесь просто без остановок. Да. Если что, я спущусь. И одна проблема. Она останавливает. Вот эти все вещи надо пал и пошел. Только остановился, все. Спасибо. Нахуй к дереву едешь, дебил, блядь. Ah.
Я, короче, посижу пока. Че, выбрался? Thank you.
Да ебаный рот, блядь.
пиздарец нахуй, конечно. Что там, Андрюха, жесть? Спустился, что ли? Да. А, все, красавчик, сейчас. Женек поднимет горку. Что ты его не опустишь? Сиденье только вырезать, если. Надо, надо. Тебе он вот в таких вот моментах вот пиздец, как и мне. В этих моментах хочется, чтобы он был ниже. Это мой первый опыт, можно сказать. На нем? По серебру. А, ты что, не ездил? По серебру нет еще. Я ж тех в выходные, он в Геленджике, мы ездили, да, позапрошили. Ну ездили. Вот такой вот, блядь, жопа я еще как бы. Мы, блядь, ебашили там пиздец. Именно по серебру, блядь. Женька, блядь, не пищит, молодец. Сидушку надо менять уже. Хочешь, у меня ее оставь, я тебе переделаю. Таямба, кукуджамба. Что за ветка нахуй, ветка, мошка.
Сюда? А. Ага. Короче, уже отсюда, давай вдвоем, я сейчас помогу спокойно. Зато подтяну. Блять. Вот здесь я, наверное, уже поеду. Наверное. Хорошая горка, слушай. Больше, ну, как просто я открылся и... Практически. Почти. Надо вот сюда, до этого камня спуститься. И на другую сторону перейти желательно. Там чуть повыше. Ух ты как, молодец! Ты чуть жопу можешь подтянуть на себя. Все, просто спускайся вот так вот, да.
Стоп. На сцепи едь! Женечка, на сцепи едь, не бросай ее, ты на... Ну вот как бы трогайся, не заканчивай трогаться. Не обращай внимания, что кинула. А что вы справа здесь ее не объедете? Да мы-то объедем. А толку? Нам же надо, чтобы она выехала. Да. Жень, ты вот трогаешься так. Не закрывай, то есть ты пошла и пошла. Давай ему, больше. Ты на степе чуть-чуть машь его. Что? Больше газу, но степу там как-то регулируй. Все, парни, не грузите, сейчас она сделает. Давай, Женич, сцепой трогайся тогда. Жги сцепу, не жалей! Санька еще купит. Да. Это вы в Ленинграде, да, продали жилье, да? Да. А там что у вас было? Квартира? Да. Не, ну там есть, у Женьки там еще. Так что, не совсем... Если что, можно отыграть назад будет. Но, знаешь, не хочется. Тут кайф. Thank you.
Давайте, да, парни, выйдем и все. Че она сейчас тут уже устала? Жень, иди вверх, вверх, иди, Жень, прям вот иди, иди. Андрюха, молодец. Зацепился за колесо. Ну, тут еще тикитаж придется слетать. За бревнышком. Ой. Так, ну что там? Давай, Санин, лупи дальше. Поползал я, да, наверх? Да, да. Ты попробуй. У меня, видишь, ног не хватает. На нем можно перебирать, понял? Бля. Но у меня ног не хватает, понял? Подержите, парни, чуть меня. Сейчас только я. Он прям на полном газу, надо идти и цепой травить. Кто такой? И с чем? Дай, Жень, я ногу перекину. Ну, перекидывай, я просто не... О, смотри, как удобно. Кто такой? С чем его едят? Я боюсь, он не потянет тебя. Сцепление творит чудеса. Газ открываешь. Thank you.
О, золото. Да ебаный рот, блядь! Поехали, поехали туда, нахуй, вниз-то нам. Да-да-да, поехали. Да, вот мы к нему и выходим. Все нормально. А? Давай, давай, едь. Давай, 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 поехали. Давай, извините, пожалуйста. Я случайно. Thank you.
Да нет тут, блядь, Лен, поехали в горку. Да вот он, перешеек уже, вот, смотри, вот туда, все, тут чутка. Давай, 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 поехали. Обойди мотоцикл или едь. Откатись назад чуть. Все, 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 стой. Все, здесь отдыхай. Я сейчас попробую за тобой вернуться. Блять. Че, может реально там вниз надо было? Мы туда едем? Ну, похоже, блядь. Похоже. Да, вверху вверху, посмотри. Ну ходишь по лентам, спустимся туда вниз. Ну блин, что там внизу? Я
Не, ёб, ты сказал, что так легко, экшена не хватает. Поворот не туда, блядь. Не, ну хорошо в горку, а не с горки. Блядь. Чё, давай, Макс, я сейчас освобожу тебе путь, погоди. Так там, к лентам, где увидишь. Блядь, погоди. Вот этот путь, как я здесь поднимался, а? Хуй знает, блядь. Это пиздец. Там хоть у нас куда дальше что идет? По лентам, пойдем, наверх она идет. Мы... Чуть я, блядь, проебался, конечно. Ёб твою мать, блядь. Че, тебе задом удобнее спускаться, Женька? Ты сейчас сам будешь поворачивать, пока слезу. Жень, руль выверни в эту сторону, да. Вот так, выверни руль, за низ, вот, блядь, держи просто вот так, и жопу подтяни, и он у тебя туда съедет сам. Я понимаю, нахера не просто. О, красотка.
Ау! Да стой, стой, дорога! Не знаю. Нет. Кого какая связь? Вот нам вот на те камешки надо попасть. Во, я вижу. По лентам? Вот нам туда и надо подняться, правее как идет. Какие лет, блядь? До уровня Барановой нам всем далеко. Вот-вот, все правильно, вот она тропа. О, Макс там уже ебашит куда-то. Вот они сейчас туда и выберутся на эту канитель. Хуя сложно. О, где-то подтянуть надо будет. А? Дно. Дно? Дно. Да, да. Так, не. Я не тороплюсь, не тороплюсь. Вон, Макс уже выехал. Ты только, если что, на эту сторону и уроняй на себя. Я
нормально, Жень. А? А? Ой, Андрюха выехал. А? Давай, едь, если ты выйдешь, то и со мной все в порядке будет. Фу, блядь. А?